сначала я там покраснею, да, потом это сойдет, вот, потому что я стесняюсь. Да, чуть-чуть болею, как назло. Значит, меня Ева зовут, Ева, да. Я сразу извиняюсь за иногда кривой русский, потому что все-таки я американка с русским отцом, поэтому у меня хороший русский, но английский у меня лучше. Иногда я буду строить очень странное предложение. Но если чего-то вы не понимаете, пожалуйста, спрашивайте. Я являюсь тренинг-менеджером компании GNC. Возможно, кто-то знает, да? Об этом немножко потом поподробнее. Это американская компания, которая, в принципе, хорошо сотрудничает и с атлетами, и со спортсменами, и с людьми, которые просто постоянно за какой-то там здоровый образ жизни. Поэтому, в принципе, я в своей стезе сейчас, потому что я пропагандирую здоровый образ жизни. А до этого, ну, вы читали, да, там я быстро, точечно про себя. Детство, легкая атлетика, спринт. Очень много опыта, просто вот столько. Всякого хорошего, нехорошего, поэтому если есть какие-то такие вопросы, там, у кого есть дети, занимаются спортом, можете задавать. Чего ожидать от девочки, которая исполнится 16 лет, которая занималась легкой атлетикой, то есть это можете спрашивать. А вообще, легкая атлетика, да, потом, конечно же, я ее бросила, потому что надоело и травмы, и все такое. Поняла, что спорт мое, и пора помогать людям. Поэтому я стала учиться и выучилась на физического реабилитолога атлетов после операций. Это очень интересная тема, на самом деле, очень такая глубокая. И легкие атлеты, сами знаете, вы все бегуны, да, кто-то профессиональный, кто-то только начинает. Начинаются какие-то травмы, у кого-то уже есть операции. Это очень тяжелый путь, и очень интересно людям помогать в таких вот вещах. Вот, так что я реабилитировала ребят. Я также обычный тренер. Ну, уже нет, теперь я тренинг-менеджер. Но я была обычным тренером, которая готовила людей, ну, скажем так, к здоровому образу жизни, кого-то к бикини, кого-то к каким-то соревнованиям. То есть вот все это от «я никогда не занимался спортом» до «я хочу быть идеальным» я тоже проходила с людьми. То есть какой-то опыт там во всех областях у меня есть. Но сегодня мы с вами будем говорить, какие изменения происходят в человеческом теле, когда мы начинаем заниматься спортом, вообще какой-то физической активностью. Есть, наверное, вещи очевидные, которые мы все понимаем, да? Каждый из нас когда-то начинал заниматься спортом. У каждого из вас есть своя точка отправления, логично, да? Так вот, я, возможно, напомню вам, что это такое, и немножко расскажу поподробнее, что происходит в вашем организме как раз-таки в этот период. Ну, давайте, кто из вас прям про-атлет? Про. Окей, про здесь нет. Мне легче, меньше вопросов. Отлично. Это хорошо, но просто про-вопросы очень сильно отличаются. Тогда уже про-атлет. Ну, все. Я просто к чему спрашиваю, что если есть про-атлет, начинаются какие-то углубленные вопросы, и остальным просто неинтересно. Вот, хорошо. Кто занимается уже достаточно долго? Давайте долго, это 3 года. Для меня 3 года это долго. 3 года. Да, кто занимается вообще физической активностью более чем 2 раза в неделю? Вау. Вы большие молодцы. Давайте, значит, с самого начала. Каждый из вас пришел из какой-то там области. Кто-то сидит в офисе, кто-то куда-то постоянно бегает, кто-то кому-то звонит. У каждого из вас своя работа. Был день, это отправная точка, да, когда вы решили, ну все, я занимаюсь спортом. Да? У всех кто-то этот помнит день, кто-то не помнит. А были дни до этой отправной точки. Значит, что, давайте так вот быстро, что происходило с вами в те дни до этой отправной точки, когда мы решили заниматься спортом. Значит, мы росли, мы двигались, мы куда-то ходили, и, в принципе, мозг сформировал определенную функцию задач, да, определенное расписание задач, которые ему нужно делать в течение дня, чтобы удовлетворить все ваши потребности. А потребности: сердце должно биться, пищеварение должно происходить, вы должны думать, моргать, дышать, улыбаться, любить, ненавидеть и все такое. Это определенные функции в организме, да. Все, мозг привык, он делает свои дела как по часам. Где-то кто-то напился, где-то кто-то там, ну, то есть мозг немножко, конечно, пошатнулся, возобновил все свои функции, пошел дальше. Но, тем не менее, это какие-то такие минимальные вещи, и, в принципе, нашему организму не надо было сильно волноваться о каких-то изменениях, да? Вот мы продолжаем свою жизнь, и тут вот он день. Все, я иду на спорт, да?
И вы представили себе это, и как это все начнется, и кто-то из вас подумал, что это будет очень тяжело, я боюсь, подруга, пойдем со мной. Кто-то подумал, я все могу, я Геракл, мне легко. Но есть такое выражение, мысль материальна, да, мы знаем. И, в принципе, это относится там просто к каким-то там жизненным позициям. Но интересная вещь, что мысль материальна на нейронном уровне. Что это значит? Когда, я больше чем уверена, половина из вас говорила себе, все, я диету начинаю с понедельника. Было такое? Ну, там, вторника, среды, сейчас, неважно. Это было, ну, это было. Или там, я что-то прекращаю делать. Что происходит? Мозг запоминает эту мысль, а она материальна, и готовит ваш организм к тому, что предстоит голодовка. Это не шутка, реально не шутка. Он дает сигналы всем клеточным организмам сохранять максимальное количество воды и жира на какой-то период времени, потому что сейчас начнется голод, этот человек не собирается есть. Это называется мысль материальна, это реально правда. А когда мы, значит, сидим, говорим, все, завтра на спорт, эта мысль тоже материальна. И мозг понимает, что грядут какие-то изменения, к которым он не готов. Да? Ну, все мы в детстве бегали, там прыгали, это одно, это было наше развитие. А тут конкретно какой-то спорт. И тут, ну, в принципе, вы этого не чувствуете, но мы внутри начинаем напрягаться. Напрягаться. И у кого-то это, возможно, пробуждается как нервное перенапряжение. Ой, я так волнуюсь, зал, тренажерный зал, как все будут на меня смотреть, да? Это не вы, это в основном подготовка мозга к каким-то грядущим изменениям. Так вот, эта мысль материальна, тот день, отправная точка, когда вы решили заниматься спортом, с этого дня начались изменения в вашем организме, да? Это первое, это понятно, да? То есть это все началось с мысли, в первую очередь. И мозг – это та отправная точка, от которой все будет меняться с сегодняшнего дня в вашем теле. Да? Все, все вернулись назад, как это было. Вспомнили. Окей. Значит, это очень базовый, это вы все, да. Практически вы все. Все мужчины. Значит, есть какие-то определенные там минимальные, ну, скажем, пункты, о которых я расскажу. На самом деле, ну, вы просто не представляете, какой объем информации можно рассказать о том, что реально происходит. Но перестройки различных функций организма. Я пойду от обратного, от неприятного, от противного, и 100% у каждого из вас был этот опыт. Все, идем на спорт, да? У кого-то это было через неделю, у кого-то сразу же, у кого-то на следующий день. Вот эти вот реакции организма, значит, так, что-то мне плохо. Или так, что-то я слишком потею, это нормально? Да? Такой будет вариант. Бывает вариант, почему-то меня тошнит. Такой есть вариант. А у меня кружится голова, да? Есть такой вариант. Пойду-ка я выйду на свежий воздух. Самый худший вариант – все, я больше это делать не буду. Что происходит в организме? В организме перестраиваются некоторые функции. Это ответ вашего мозга на какое-то либо действие. Но мозг не готов. Он привык к тому, что каждый день… Давайте я просто буду говорить там, ну, не знаю, про обычного человека, который встает утром, делает кофе, идет в офис, сидит, встает, приходит домой, что-то там еще делает. Он привык к этому. И тут началась какая-то сумасшедшая физическая активность. Организм не говорит вам, перестань это делать. И вот, как правило, люди, в принципе, отказываются от спорта именно на вот этой вот отправной точке. Они пугаются этих реакций, да? Потому что не все готовы, уровень тренированности у кого-то может быть очень низкий. И просто люди начинают пугаться. Ой, что-то у меня давление, ой, наверное, я гипертоник, ой, наверное, нет, все, это не для меня. На самом деле организм пытается адаптироваться. И по функциям, что именно происходит, мы пройдемся чуть-чуть попозже. Но тем не менее, несмотря на все эти изменения, что ведет, ну, вы сами это видите, вы занимаетесь спортом, что происходит? Повышается уровень здоровья в целом. Я больше чем уверена, что вы заметили это, да? Ну, понятно, все мы болеем, вот, пожалуйста, но мы болеем реже, и мы болеем не так страшно, как могли бы болеть без спорта, да? Или наш сосед Вася болеет так, что просто беда, а мы, в принципе, только отчихались, и все. Это все много, ну, скажем так, 80% благодаря спорту. Я тоже объясню, почему. Так что уровень здоровья, ну, логично поднимается, да? То есть это очевидные вещи, но, тем не менее, мы с вами пройдемся. Следующая – двигательная деятельность. Кто знает вообще, что это? Ну, как бы так, двигательная деятельность. Кто как это понимает?
деятельность? Да, конечно, я с радостью. Меньше мне говорит. Двигательная деятельность – это, ну, как составляющая тела, это костный аппарат, да, мышечный, и нервные импульсы, которые передаются в мышцы, и, соответственно, воплощают движение тела. Мне с вами легко. Класс. Ну, очень спасибо. Ну, а как вы вот при занятии спортом меняется двигательная деятельность? Что это вообще? Что это такое? Как это на меня? Я что, ходить по-другому начну? Да, что с... Это да. Да, меняется двигательность. Все верно, меняется двигательная деятельность. Но вообще, вот как вы это как-то себе еще представляете, какое изменение положительное может быть в двигательной деятельности при занятиях спортом? В жизни. Мы вообще сейчас не про спорт, просто в жизни. Как это на вас откликнется? Активность. Кто где? Где? Активность, да. Еще? Меньше энергии тратится, наверное, после съемки. Да, за счет, ну, объясним чего, еще. Восприимчивость к стрессу, потому что... Супер. Это... Так. А вот такой пример. Значит, я все время почему-то сравниваю с каким-то соседом Васей, я себе его представляю, не знаю. Сосед Вася и я. Зима, гололед. Сосед Вася вообще не занимается спортом, я постоянно. Мы идем вдвоем с ним на работу. И вот мы идем по вот этому гололеду. Я... Ловлю лед, да? Что значит ловлю лед? Ну, в моем понимании. Ловлю лед, значит, я на него не падаю, я его ловлю. А сосед Вася рухнул, да? Конечно, иногда я могу не словить лед, но тем не менее. Почему я это сделала? Потому что я улучшила свою двигательную деятельность. Это имеет смысл? За счет спорта мой организм научился балансировать, это минимум. А девочки, вам на каблуках ходить в гололед будет легче, если вы будете заниматься спортом. Я реально говорю, потому что позвоночник будет отвечать за то, словите вы вовремя баланс или нет. Ни нога, там, ни рука, ни локоть. Это сразу же будет мышечный корсет. Если он вовремя схватится, спокойно пошла на каблуках дальше. А вот если начнется вот это вот болтание, ну все. Поэтому спорт, он улучшает и двигательную деятельность. И именно в жизни... В спорте это понятно, да, вы будете лучше бегать, прыгать, чем вы там занимаетесь. Но в жизни это клево. И когда вас будут приглашать куда-нибудь, скажем, там, не знаю, пойдем в горы, пойдем туда, пойдем сюда, ваша двигательная деятельность будет отличной. Потому что ваш мозг уже запрограммирован, он уже умеет создавать какие-то определенные упражнения, да. Вы сами того не зная, создаете себе огромный спектр упражнений, которые организм может сделать, ваши мышцы. Так что двигательная деятельность – ура. Следующее. Пункт, у вас повышается уровень тренированности. Ну, это понятно, да, что это такое? Адаптация к физическим нагрузкам, вам не будет плохо, но, конечно, не обольщайтесь. Вы же понимаете, что вообще не бывает вот этого лимита, его не существует в тренировках. Всегда себя можно довести до пика, да? Но вопрос, где ваш пик? Когда вы только начинаете заниматься, ваш пик, ну, где-то там, где у Васи. У соседа, да? Но пройдя там какой-то путь в тренировках, ваш пик тренированности повышается, повышается, повышается. А в жизни что это значит? Банальный пример. Просто у нас атлеты в Штатах, это очень, очень легко замечается. Вот, например, мы тренируем атлета, и к нам приходит просто обычный человек, ну, так бывает там какой-нибудь, кто-то кого-то попросил, попробуй его потренируй, да? И мы создаем ситуацию. Мы раньше это очень часто делали, чтобы проверить уровень тренированности атлета. Но это, конечно, немножко негативная ситуация. Мы создавали ситуацию аварии. Что это значит? Уже была, ну, практически, ну, не настоящая машина, она была гибкой, то есть как это, что ли, силикон, не силиконовый, знаете, то есть в нее можно было залезть, ее можно было согнуть, то есть ты в ней сидишь, да, в самой машине, ее механически сгибают, как пластилин, создают ситуацию аварии, то есть как машина может прижать тебя, да? Что мы делали? Мы проводили эксперимент, садили в машину атлета, которого мы машину эту подминали под него, создавали ситуацию аварии, и обычного человека, который не занимался спортом совершенно. Было определенное время, вы знаете, что бак там загорается, ну, очень-очень быстро. То есть у тебя есть в несколько минут на то, чтобы вылезти, да, из машины. Но мало того, у тебя еще и шок, и ты устал. Значит, что мы делали до этого? Мы ставили его на беговую дорожку, где заставляли его спринтом просто бежать, очень высокую скорость на короткое время, чтобы создать адреналиновый шок,
да? Он бежит, ну, это все согласен, то есть мы людей не насиловали, вы не пугали, а это Америка, там так нельзя. Значит, мы создавали им этот адреналиновый мышечный шок, сердце бьется, понимаете, да, то есть восстановительная функция просто не успевает. Садишь его в машину, 20 человек сминают эту машину и засекают время. Сможет ли, а, он выбраться из этой машины вообще за это время, б, как он это будет делать, и це, насколько далеко он от нее убежит. Зачем мы это делали? Есть какие-то варианты, чтобы что понять? Вот это вот. Насколько уровень его и тренированности, и двигательной деятельности высокий. Зачем мы это делали? Мы не делали для того, чтобы восхвалить атлета. Мы делали для того, чтобы показать обычным людям, что пора заниматься спортом. Потому что сосед Вася, да, он, ну, а, он еле пробежал на дорожке, чтобы создать ему стрессовую ситуацию, ему можно было просто сказать, ты сейчас будешь спринтовать. И он уже нервничал просто, он сумасшедший. Тем не менее, мы поставили его на дорожку, мы заставили его пробежать. Когда мы садили в машину, вот так вот дышал, он уже ничего не хотел, он даже не мог отдышаться. Я уже не говорю о том, чтобы просто попытаться вылезти. Вы понимаете, что в, не дай бог, вот не дай бог, в реальной ситуации у соседа Васи нет шансов. Потому что его, а, уровень тренированности, и, б, двигательная деятельность просто равна нулю. Поэтому я и говорю, что мы переносим это на настоящую жизнь. И это очень важно, что то, что вы занимаетесь спортом, принесет вам большущую пользу вообще в жизни. М? Да? Да? Вы со мной? Вы еще со мной? Да. Окей. Хорошо. Теперь, значит, есть какие-то вопросы по таким минимальным вещам? Отлично. Вот супер. Идем дальше. То есть как раз-таки вот я хочу поговорить про адаптацию. Ну, все знают слово, да? В работе у вас у всех есть адаптация, дома адаптация. Мы будем говорить про физическую культуру и адаптацию. Я уже немножко затронула вот процесс адаптации, это когда нам плохо. В первый день, когда мы начинаем заниматься спортом. Или же, если у вас был отпуск, вспоминайте свою первую тренировку. Ну, нелегко, да? Это каждый раз мы возвращаемся на эту новую точку отправления, на эту адаптацию. Так вот, я хочу кое-что заметить. Окей. Наш организм – это просто какой-то космос. Реально. Если кого-то когда-то интересует вот этот вот вопрос, пожалуйста, приходите и болтайте со мной. Вечно могу разговаривать, какой космос мы внутри. Потому что мы реально, те функции, которые у нас есть, ну, я просто вообще не понимаю, как так случилось, и как мы такие, какие мы есть. Но вот адаптация – это одна из наших коньков. Поэтому род-человек не вымрет никогда. Динозавры вымерли, да, там какие-то букашки вымерли, там какая-то обезьяна, скорее всего, скоро вымрет. А человек – это невозможно. Знаете почему? Потому что вот это слово. Мы настолько умеем адаптироваться ко всему, вот минимально, ну, какие-то примеры, там, холод – мы умеем адаптироваться, да, не знаю, жара – умеем, мало еды – умеем, ну, без воды нам никак. Атлеты, вы знаете, есть такие атлеты, у которых нет, которым ампутировали руки, ноги. Они умеют адаптироваться. Мало того, они бегают быстрее, чем обычный Вася. Да? То есть вот этот процесс адаптации, он просто сумасшедший. Так вот, когда вы начинаете заниматься спортом, знаете, что вы делаете в первую очередь? Вы развиваете в себе вот этот максимальный уровень вашей адаптации. То есть то, кем вы можете быть, вы даже себе не представляете. Вы даже себе на внутреннем вот этом вот каком-то уровне не представляете, как быстро может происходить процесс пищеварения. Да? Ну вы же об этом не думаете, вы только думаете, ну реально, ну что, я сижу, думаю, как у меня там переварится, мне вообще не интересно. Но на самом деле это важно. Мы будем ускорять и пищеварение, мы будем, вы не представляете, насколько хорошо начнет работать наше сердце. Нам и в принципе так нормально, как наше сердце работает, да? Никого не напрягает, ну там некоторые напрягают, да? Напрягает. Мы можем ему помочь, да. Но остальным, в принципе, как, ну, вы же не чувствуете, как бьется ваше сердце 90% во время, только когда волнуетесь, да, вы чувствуете. Но мы можем помочь сердцу биться лучше и качать качественно кровь. И меньше раз биться в минуту, да? Но никого не напрягает человек, который не занимается спортом, ему вообще абсолютно все равно, сколько раз там бьется его сердце. Только потом, оп, 50 лет, например. И что-то начинает как-то так вот
на маршрутку тяжело добежать, там пакеты какие-то. А почему? А потому, что та, вот, тот процесс адаптации, то, что вы могли в себе развить, просто вот, ну, тьфу, наплевали и все, да? Поэтому то, что вы делаете сейчас, это отлично. И когда вот, вот та точка отправления, когда началась адаптация, организм стал соображать, что я могу сделать, чтобы помочь своему хозяину. А точнее, это был мозг. Что я могу сделать такого, чтобы помочь ему? И он начал разбираться. Та-дам! Значит, обо всем по чуть-чуть, что-то там где-то буду пропускать. Значит, давайте поговорим. Ну, вы, а вы понимаете, что это? А что это? Картинки. Системы наши. Разные системы, да, основные системы, потому что их на самом деле очень много. Это основные системы, это, опять же, ну, типа мы практически все. Значит, я начну, вообще я не знаю почему, ну, значит, короче, это расположение неудобное для меня, я и тут неудобно. Я буду говорить сначала про кровеносную систему, ну, мне так удобнее. Значит, это то, что происходит в нашем организме. Все, начали заниматься спортом, все, вроде бы втянулись, не так уже плохо, да? Я вам расскажу, какие задачи стоят перед мозгом в первую очередь, чтобы адаптировать вас к вашим нагрузкам. Теперь вы будете понимать, how benefit it is. Окей? Да, делать спорт. Окей. Значит, кровеносная система, кровь. Как вы думаете, что происходит? Капиллярная система, раз. Вообще, а зачем нам кислород? Ну, понятно, зачем нам кислород, но где он очень сильно нужен, кислород? Вы же знаете, да, что если у мозга нет кислорода, он умирает, мы живем, но он умирает. И все, как бы грустно, он уже не проснется, и все. Хорошо, еще. Зачем нам хорошая развитая кровеносная система? Повысить тонус сосудов. Это кто? Кто? А какой был его ответ? Повысить тонус сосудов. Да, конечно, это сейчас всем нормально. А потом, когда опять, оп, 50, что-то тучки, ой, что-то плохо, голова, о боже, что это такое, у меня сузились сосуды, как с этим жить, ну, да. Коньячком, да, можно коньячком, да. Хорошо, еще. 100%. То есть получается, что, значит, кровь – это какая, таковая субстанция в нашем теле, да, которая несет, ну, просто какое-то сумасшедшее количество пользы, да. Кровь, мало того, еще переносит питательные вещества клеткам, да, мы это знаем. Ну, значит, что происходит? Вы знаете, сколько литров вообще у взрослого человека в крови, не знаю? 4-5. Ну, в общем, так, в среднем… 5-6, да, 5-6. А вы знаете, что не вся кровь циркулирует в организме? Да, то просто не все знают, вот реально, не все, у меня муж не знает. Так вот, ну, честно, вообще удивился просто реально, боже, а где она собирается там? Ну, это реально, если так вот подумать, ну, как-то не вся кровь ходит по организму, а где она-то сидит? Не вся. У человека, который не тренируется, 40-50% вообще сидит в депо, да? Да, хороший вопрос. И вот такой же вопрос слышал дома. Боже мой, а где эти депо? Депо – это печень, депо – это селезенка, депо – это кожа. Вот вы знаете, что вы можете обратить внимание, у вас, наверное, были бытовые порезы, когда вы ничего не делали и просто сидели. Может быть, кровь просто сумасшедшая хлещет. Вот если кожа. Просто реально, но реально, если же, вот я вам сейчас проведу просто параллель, а если вы бежите и поцарапались, вот так как сумасшедшая кровь не будет хлестать, знаете почему? Есть, знаете, есть такая, есть функция у организма, мозг как только начинает заниматься физикой, вот прям сейчас, я побежала, да? Мозгу поступает сигнал, человек двигается, возможны травмы. Я делаю команду на то, чтобы дают, ну, скажем так, посылаю гормон, который будет сворачивать кровь быстрее.
Это реально правда. То есть наш мозг, зная, что мы начинаем двигаться, и, возможно, у нас будет целая куча травм, начинает программировать нас на то, что мы быстро сворачивали кровь. И вот поэтому в этих депо ее уже нету, и она быстро сворачивается. Так вот про депо. Значит, эта кровь у нас сидит, не циркулирует. У человека, который занимается спортом, кровь практически вся постоянно ходит. Что это значит? Что она постоянно снабжает нас кислородом, да? То есть мы нормально соображаем, это раз. Два, антитела. Есть такие, есть такая тема, знаем, да? Антитела просто вихрем. Это два. Избавляет нас от холестерина. Да, это три. Питательные вещества, все витамины, минералы. Да? То есть мы снабжаемся постоянно вот этими полезностями, когда занимаемся спортом. Но самое интересное еще то, что что растет? Сердце растет. Знаем, да? Что у обычного человека, который не тренируется, ну, в среднем где-то там масса сердца 300 грамм. А у человека, который тренируется, масса сердца 500 грамм. И сердце очень сильно любит тренировки. Вот прям пипец. Ну, то есть я говорю средние цифры. Сердце очень сильно любит тренировки, постоянно ждет, просит. Это очень тренированные мышцы. Это мышца, мы знаем, да, что это мышца. Так вот, я, значит, пример приведу. Значит, стоит, предположим, передо мной мужчина, 2 метра ростом, не занимающийся спортом. И второй мужчина, 2 метра ростом, занимается спортом. У этого, который не занимается, тот занимается. Сердечко вот такое. У этого вот такое. Вот этому сердцу, ну, он же спортом занимается, сосуды вообще, как обычно, как все, нужно биться как сумасшедшая, просто как сумасшедшая, чтобы снабдить его этой кровью, да. Он не напрягается. Вот он как ходил, так и ходит. Ему пока ничего. А вот этот здоровый товарищ, вот с таким серьезным и сильным сердцем, что делает сердце? И вся кровь просто пролилась обратно. Еще раз. И вся кровь. А здесь нужно качать как сумасшедший, чтобы эта кровь у тебя прошлась. Что это значит? Есть такое понятие изнашивание, да? Ну, мы, знаете, мы как типа автомобиля, у нас есть свои расходники. И эти расходники можно, наоборот, за ними ухаживать, а еще их можно изнашивать. Так вот этот товарищ свой расходник изнашивает. Это сердце бьется, сокращается. Оно такое маленькое, а он такой большой. Это так все сложно. Каждый день, боже мой, да займись ты спортом, да увеличь ты меня в размерах, наконец. Этого не происходит. А вот этот товарищ, который любит себя и уважает, увеличил сердце в размере, да? Его сердце мощно и хорошо выкачивает и вкачивает кровь, да? И не напрягается, и не изнашивается. Это клево? Клево. Значит, пульс у него какой? Значит, давление у него какое? Вы знаете, нормально, да. Вообще, как правило, у атлета давление 90 на 60 – это нормально. Не пугайтесь. Я просто, знаете что, я с этим встретилась, я быстро... У меня есть время. Я быстро отступлю. Когда я приехала в Россию, мне померили давление, за меня схватились, сказали: о боже, а что с тобой, там ты просто чуть ли не умираешь сейчас, 90 на 60. А когда ты приходишь в Штатах на обычное обследование, я тебе говорю: о, 90 на 60, ну 100% занимаешься спортом. То есть там гадалки не ходи, они все прекрасно знают, что 90 на 60 это не низкое давление. А так как вот, например, папа у меня русский, а он знает, что 120 на 60, ой, спустите, 120 на 80, извиняюсь, 120 на 80, он там что-то мерил мне давление, о боже, 90 на 60, меня какими-то пилюлями кормили постоянно, голова была вот такая, потому что мое 90 на 60, а мне поднимает его 120 на 80, ну, космонавт. Да и у атлетов обязательно, обязательно. И это просто, это вам на заметку, у кого, ну, мало ли, да, 90 на 60, если вы чувствуете себя комфортно, пожалуйста, не трогайте его вообще. Не надо его на 120 на 80, вы в космос никому не лететь и, как бы, ну, не мучите себя. Так вот, я вернусь к сердцу, что сердцу нужно сокращаться меньше, ему работать легче, оно говорит вам спасибо, да? Это понятно? Вот что происходит с кровеносной системой. Дальше дыхательная система. Ребят, ну, слушайте, вы все бегаете. Вы помните вот это? Было? Когда ни туда, ни обратно. И пора нагибаться, чтобы вдохнуть что-то. Это было? У всех было? Ну, конечно. И сейчас это... Да, это когда начинается какой-то там... Высокий уровень, вы хотите поднять свой уровень тренированности, да, то вы легко можете поднять опять вот этот. А знаете, что это такое? Как это называется в профессиональном мире? Кислородный долг. Слышали когда-нибудь?
Кислородный долг у атлета, сейчас это вообще для вас космическая будет информация, ненужная, но я ее расшифрую. Кислородный долг у атлета может быть до 18 литров, у обычного человека 6. 6 это 15 минут, а 16 литров это до 3 часов и дальше. Что это значит? Вот, например, сосед Вася бежит на маршрутку и не добегает, потому что, ну, обидно, понимаете, маршрутка-то в трех шагах, ну, реально, не добегать человека, а потому что у него началось вот этот ужас, да, он, конечно, пугается, останавливается, все, у него кислородный долг, и пока ты его не возместишь, что тебе говорит мозг, я не собираюсь куда бежать. Мне дышать нечем, это раз. Два, у меня, извините, здесь дел еще куча, мне надо снабдить тебя какими-то там, да, питательными веществами. Ты куда собрался? Маршрутка подождет. И, как правило, это вот человек вот такой вот, там, помогите, не могу дышать. Человек, который занимается спортом, бежит и чует. Фу, как-то дышать мне, как-то мне нехорошо. Есть такое, да, но он продолжает дышать. Что он делает? Ну, вас учат, да, вас учат, вы знаете, все правильно, да, там на левую выдох, там тара-та-та-та. Но когда ты в спринте, ты не дышишь. То есть ты просто и побежал. Этот кислородный долг, он формируется просто мгновенно. Потом тебя заставляют бежать километры, да. Так вот, организм позволяет тебе одолжить, да, скажем так, проработать без большого количества кислорода определенное количество там времени. Так вот, Вася этот никогда не добежит до своей маршрутки, пока он не начнет тренировать свою дыхательную систему. Понимаете? Жалко человека. А если этот человек еще и курит, он лишает себя возможности. То есть знаете, я как бы не... Очень плохое слово. Я не гноблю курение. Но у меня бабушка занималась всю жизнь легкой атлетикой. Она всегда перед забегами курила. Это нонсенс. Она не могла пробежать, чтобы не покурить. Это кошмар. Я не пропагандирую сигареты. Но я просто к тому, что, ну, возможно, вот слово адаптация, да, организм научился. Но, тем не менее, тот Вася, если он еще и курит, он не в жизни не добежит до маршрутки. Так вот, дыхательную систему, чтобы развить, нужно заниматься спортом и учиться дышать. И вы знаете, да, что когда начинается вот это вот непонятное ощущение, мы всегда... В Штатах, например, просили атлетов просто делать дозированное дыхание. Что это значит? Вы знаете, что грудная мышца, она тоже существует. Эта мышца, она устает. Если это человек не совсем тренированный, она устает сокращаться в таком количестве, да? И, как все мы знаем, есть понятие «я больше не могу», да? Я больше не могу отжиматься, я больше не могу подтягиваться, ну, потому что мышцы просто не вырабатывают, нет гликогена, все, до свидания. То же самое происходит и здесь, и вы не вдохнете, начинается вот этот кислородный долг, да? И что мы делаем, например, с атлетом, мы говорим, что дышите дозированно, не получится у вас делать вот так. Фух, ну просто нереально, потому что настолько заблокированы мышцы здесь, просто делайте, вы восполняете, ну, 20%, да? Вы, конечно, не вдыхаете на все 100, но это поддерживает, если вы реально уже хорошо умеете там и бегать, или заниматься физической культурой. Это одолжит воздуха еще на чуть-чуть больше. Это одолжит ресурсы организма еще на чуть-чуть, чтобы вы смогли добежать, да? Ну и, соответственно, потом тренированный человек будет восстанавливать свой кислородный долг 1,5 минуты, нетренированный – полдня, там он будет просто лежать в какой-то коме с вот этой фигней на лице, и на самом деле это прям, ну, прям беда, люди очень сильно пугаются, и если у вас есть какие-то товарищи, которые говорят, я не могу дышать, не заставляй меня бежать, просто научите его дышать дозированно и по чуть-чуть развивать кислородный долг, да, теперь мы понимаем, что такое, это возможность организма продолжать работу без большого количества кислорода. Угу. А что вы там сказали, выдох на левую? А, да. Но мы, как правило, слушайте, у вас свои методики, я вообще не лезу в эти дела. Ну вот непонятно. Да, но у нас в Штатах всегда было выдох на левую, потому что когда наступая на левую ногу, вы подбрасываете селезенку. А когда вы подбрасываете селезенку, она дает раскрытие грудным мышцам. Зачем мне спросить? Да, то есть она, вы же понимаете, когда вы бежите, органы-то трясутся, да, и вам просто нужно подбросить правильный орган в правильную сторону. Больше не буду сбегать, понимаете? Нет,
Нет. Это ужас. Зачем? Нет. Это хорошо. Они двигаются. Это нормально. Просто мы можем их немножко подвинуть, чтобы легкие раскрылись. Слушайте, а подождите, а что удивляетесь? Вы же знаете, что ни в коем случае нельзя есть целую кучу еды за час перед бегом. Даже чуть-чуть еды нельзя. Вы знаете, да? А почему? Про еду можно? А это я обязательно. Времени валом. Вы знаете почему? Потому что когда начинается процесс пищеварения, внутри органы чуть-чуть опухают. Да? Вы понимаете? Чуть-чуть опухают. Так вот, когда они это делают, они поджимают вашу диафрагму, и вы не сможете дышать. Еще и крови целая куча. Ну, это я расскажу, отберется. Но, тем не менее, то есть на левую, как правило, выдох на левую, потому что вы можете подтолкнуть и на правую вдохнуть. Но это я не лезу, у вас свои процессы. Я просто говорю еще один опыт, окей? Так, хорошо. Дальше процесс пищеварения. Значит, вы знаете, что когда... Окей, вы устали, наверное, да? Когда занимаемся спортом, ну, значит, есть такая пропаганда. Типа, девчонки, мальчишки, занимайтесь спортом. Сейчас, вот примите как есть. Занимайтесь спортом, в туалет будете ходить вот так. Все, окей, все, каждый себе посмеялся, и нормально. Потому что проблема существует. Извините, конечно, не все питаются правильно, да, не у всех пищеварение налажено. И это прям реальная проблема. Ну, я не стесняюсь о ней говорить. Вы можете краснеть и молчать, но эту проблему вы должны слышать все. Так вот, процесс пищеварения, вообще вот очистка организма, это большая проблема у многих людей. И пропагандируют спорт, говорят, слушайте, занимайтесь спортом, ну, фитнесом, это сейчас называется фитнесом. Будете двигать колон. Кишечник, да. Будете двигать кишечник, это правда. Мы же теперь знаем, что все двигается в момент, да, активной деятельности. Вы будете продвигать все содержимое, и все станет на свои места. Но... бывает еще такое, что когда вы занимаетесь прям спортом, организм, потому как мы бежим сейчас, да, у него большие запросы для ваших мышц и для ваших легких, кровяные запросы. Он заберет практически всю кровь, чтобы напитать ваши мышцы и легкие. Он отберет эту кровь у пищеварительного тракта в первую очередь. Потому что по приоритету организму сейчас не надо переваривать пищу. Ему нужно помочь вам бежать. Логично? И что случается? Значит, вы такие все клевые, поели, побежали, пищеварение просто стало колом, потому что нет времени переваривать еду вообще, вас нужно кормить кровью. Вы, значит, приходите и говорите, слушай, Катя, ну ты меня обманула. А чего? Ну вот я занимаюсь спортом, а что-то у меня не нормализируется стул, а все стало хуже. А все почему? Потому что если человек резко начинает заниматься спортом, вот прям резко и прям в таких вот, да, режимах, реально пищеварительная система все время будет отдавать кровь на поддержание мышечной системы и постоянно останавливать пищеварение. И вы все время будете биться о стену. Что происходит? Ничего не происходит. Начинается клетчатка, там есть, да, чтобы как-то себе помочь. Поэтому когда, это очень, ну, я знаю, что у вас есть свои тренеры, они вам объясняют, ваш процесс тренировки, он имеет градацию, правильно? Это же не сразу давай и просто помирай здесь. Вот эта градация очень полезна, как раз-таки она провоцирует хорошее пищеварение. А когда это вот так резко, то, возможно, вы будете испытывать какие-то трудности, просто чтобы вы знали. Вот, например, отпуск, да, у вас, вы не тренировались, а потом решили, все, завтра иду на тренировку, но прям на серьезную. Возможно, ожидайте каких-то проблем с пищеварительным трактом, это нормально. Угу. Ну, чтобы, это просто одна из адаптаций организма. Он отдает кровь туда, где надо, а пищеварение останавливает на секунду. Дальше, ну, вот я как раз затронула выделительную систему. И плюс потоотделение, вы знаете, помогает избавляться от шлаков. Да, конечно, оно забирает натрий, но тем не менее от шлаков мы избавляемся вот так вот. И нервная система очень быстро. Если кому-то когда-то будет интересно, я просто как маньяк читаю Бернштейна, не знаю, если кто-то знает, это немецкий ученый, который просто открыл всем глаза на движение, на его...
я забыла это слово. Ну, в общем, короче, очень умный, про центральную нервную систему, что происходит в организме и почему мы не очень хорошо умеем плавать с самого начала, или почему у нас не получается ехать на велосипеде прямо сейчас. То есть, если кому-то когда-то будет интересно, обращайтесь, я прям распишу вам, что происходит здесь. Потому что это не зависит от наших мышц в первую очередь. Но центральная нервная система, когда вы занимаетесь спортом, вот она превращает вашу двигательную деятельность просто вот в такую. Это она отвечает за то, чтобы разрабатывать какие-то определенный набор движений, чтобы у вас лучше бежалось, да, была лучшая координация, чтобы вы хорошо поднимали ногу, если это высокий бег, да, чтобы ваши кости отдыхали, а суставы работали в момент, когда вы поднимаете эту ногу. То есть такие моменты, центральная нервная система регулирует такие вещи, не вы. Вы можете увидеть, как правильно бежит атлет, воспроизвести это, но ваша центральная нервная система догонит правильно. То есть это какие-то сумасшедшие вещи. Но если вы занимаетесь спортом, центральная нервная система будет развиваться в этом направлении. Если же нет, ну все, будете падать на льду, и вот такая вот грустность. Это понятно? А как ученого зовут сейчас? Бернштейн, немец, Бернштейн. Просто, знаете, он пишет тяжело, ну как бы. Чуть-чуть, но нет, да. Да. Но если как бы очень интересно, можно углубиться. Нет, есть перевод на русский тоже, есть перевод на английский, все окей. Ну как бы да. Это, да, мы понимаем, какие изменения, что очень все клево, да? Хорошо. Вот. Во. Наконец-то, не зря пришли, правда? Значит, смотрите, вообще, если бы вы спросили мое личное мнение, я бы рассказала другую историю. Но я буду говорить за мир спорта в первую очередь. И то, что мы делали с атлетами постоянно. И то, как мы рассчитывали правильные дозировки для среднестатистического спортсмена, любителя. Да? Мы здесь не говорим о профессиональном человеке. Я сразу хочу обратить внимание. Про атлет не имеет ни одной средней цифры. Любой проатлет имеет свою личную цифру в белках, жирах и углеводах. И причем, я сразу хочу заметить, смотрите, вот вы там хотите стали фоткать, значит, вы знаете, что вот эти вот цифры, они тоже будут изменяться у вас лично. Значит, давайте сразу, перед тем, как мы начнем говорить про это, обобщим вообще еду в целом. Значит, всех волнует вопрос, что съесть, чтобы похудеть, что съесть, чтобы я был сильнее, что съесть, чтобы не передозировать себя, да, калориями, но чтобы мне хватило. У каждого из вас есть, я так понимаю, что вы тренируетесь сезонно или нет? А, то есть у вас там, например, 3 раза в неделю, вы тренируетесь в отпуске. Вы все время же тренируетесь, ага. Ну, то есть я так понимаю, что, значит, у вас 3 раза в неделю, и все, там, отдыхаем. 3 раза в неделю. То есть нет такого, знаете, как вот просто у спортсмена есть понятие сборы. Это когда ты прям тренируешься. А? Вы же не про, да. Так вот, все верно. Но у вас, тем не менее, будут, предположим, у вас, да, вот, например, хорошая... У вас тренировки 3 раза в неделю, вы отдыхаете, и это, если в хорошем случае, происходит постоянно, да? Конечно, там все равно программа, как есть тяжелую неделю, потом восстановительную. Вот, есть, да? Вы меня в этом направляете, потому что я не до конца знаю именно вашу систему. Программа как у профессионалов, только в меньших объемах. А, ну тогда вот, спасибо. Это очень как бы нужный комментарий. Потому что, смотрите, мы, возможно, интуитивно, в первую очередь, понимаем, что когда у нас начинается неделя сильных тренировок, тяжелых тренировок, возможно, наш организм попросит побольше. Но тут начинается странная логика. Так, ты просишь больше, но я же хочу похудеть. Будешь есть, как ел на прошлой неделе. Я же худеть собрался. Ну, то есть это тех, кто хочет худеть, да, тех, кто вес устраивает, в принципе, там варьирует еду. Но, как правило, те, кто хотят похудеть, они постоянно стараются есть одинаково, да? Но есть понятие сложные тренировки, сложная неделя, есть понятие отдыха, есть понятие, скажем так, средней сложности тренировка. И поверьте мне, ваш организм нуждается каждый раз в разных дозировках.
Это первое. Второе, он нуждается каждый раз в разном восстановлении. А я имею в виду пищу восстановления. Это второе. Поэтому, пожалуйста, если вдруг вы сидите на каком-то определенном плане еды, корректируйте ее в зависимости от вашей недели. Тяжелая, средняя, легкая, да? Мы все знаем правило, что, например, если я хочу похудеть, я должен burn more than I eat. Да. Чем сжигать больше, чем ты ешь. Сжигать больше, чем ты ешь. Сжигать больше, чем ты ешь. Да. В принципе, как бы подходит такая тема, да? Но не всегда. Это опять же будет зависеть от вашей недели. Значит, про углеводы. Все люди, которые занимаются продолжительными тренировками, марафонцы, да, там, танцоры, борьба, вот все, что длинное, все, что долгое, значит, конечно же, употребляют большое количество углеводов, да? Почему? Ну, мы знаем, что это энергия вот так, это быстро, это сейчас. Организму удобно, это очень хорошо, это ты съел, ты получил энергию, ты побежал, да? И если, например, я съем белок, ну, это вообще не сейчас. Это когда ему будет там удобно все расщепить, вот тогда ты и получишь энергию. А жиры я вообще молчу, да? Но, тем не менее, знаем слово липиды, жиры, липиды, да? Знаем, ну, знаете теперь, жиры – это липиды. Да, отлично. Есть понятие, когда мы расщепляем глюкозу для энергии, да, потому что мы ее там употребили, она у нас сидела в печени. А есть понятие, когда мы расходуем липидную энергию. Так вот, 90% любителей, в принципе, да даже, вы знаете, профессиональных атлетов, все-таки расходуют глюкозу, гликоген для энергии. Во-первых, это удобно. Во-вторых, в принципе, если вы реально расходуете весь этот гликоген и все те углеводы, которые вы съели, для организма ноль ущерба, да? Но есть еще такой момент, и вот это мое быстрое личное мнение. Я сама так делала, я пробовала поменять свою энергию на липидную. Это занимает очень долгое время, это очень тяжело, это мучительно, но я перестроила свой обмен веществ так, чтобы в процессе тренировки я быстро расщепляла углеводы, ну понятно, что они и так быстро расщепятся, и дальше я начинала липидно работать. Но, например, в скоростных вещах, вот когда я занималась легкой атлетикой, так, спринтом, так не получится. Нет времени на липидное расщепление, у тебя есть 11 секунд, все. Да, так я говорю, нет времени на липидное расщепление, мне надо гликоген, сейчас. Окей. Но если вы, например, продолжаете бежать длинные какие-то дистанции, понятно, что если вы не будете себя снабжать, да, гелями, мы же все пьем гели, мы знаем, что это такое, да, то все равно организм рано или поздно начнет липидно вам помогать, да. Но мы поговорим сначала об углеводах. Значит, есть понятие немедленное восстановление после тренировки. Что это значит? Что значит немедленное? Сейчас или чуть попозже? Углеводное. А почему такое углеводное? Какое слово забыли? Белково-углеводное. Хорошо, белковое углеводное окно. Значит, я сейчас буду говорить о том, что эта тренировка, ну, скажем так, была очень серьезной, очень тяжелая. Это не тренировка, как там называется у вас, тяжелой недели, да, грубо говоря. Когда углеводы нужно 1 грамм на килограмм веса в час. Что я подразумеваю собой? Это реально должна быть тяжелая тренировка. Предположим, я вешу 60 килограмм. 60 грамм углевода мне нужно выпить в час. В час. Это много. Ну, вообще, для меня это много, да? Это на восстановление. А мое восстановление, если у меня была достаточно тяжелая тренировка, возможно, будет часа полтора-два. То есть я должна просто уже сидя спокойно выпить 120 грамм углевода. А что значит, как вы знаете? В продуктах. Вот, что такое 120 грамм углевода? Сейчас я про продукты тоже, да, расскажу. Вы скажите, чтобы представить. Хорошо. Нет, вы знаете что, давайте сразу про, вот я не зря говорила про пищеварение, да, что кровь наша, отток крови от кишечника и желудка, он сразу тоже не возвращается. Поэтому нет смысла сразу после тренировки начинать есть. Вы это сами знаете, вы же чувствуете вот эту вот здесь тяжесть, что ничего не лезет.
Это не лезет не просто так. Ваш мозг блокирует желание есть настоящую еду прямо сейчас, потому что он элементарно просто не умеет ее, не может ее переварить, она станет колом. Поэтому, как правило, в спортивном мире всегда либо пьются milkshakes, да, с шоколадом, молоко с шоколадом, чтобы сразу было немножко белка, чтобы было много углевода. Вот. Это либо milkshakes, либо это фруктовый сок, но в него, как правило, иногда добавляют еще аминокислоты сразу же. Да? Ну, про белки мы немножко попозже. Вы также, например, за неимением, например, не знаю, каких-то возможностей это купить, можно просто делать молоко, ой, молоко, вода, мед, натрий. Это делать тоже, то есть как в процесс тренировки. То есть в меде, вы знаете, это прям ну, чистый углевод. Но не ешьте никакие булочки, пирожные. Я вам объясню, почему. Вы можете это делать, если у вас все хорошо с поджелудочной железой. Да? Вы знаете, что такое инсулин? Слава богу, что, в принципе, все атлеты не чувствуют этой проблемы, но не надо шутить с тем, что когда начинается восстановление мгновенное, мы думаем, нам все можно, мы начинаем объедаться целой кучей шоколадок, сникерсов, всего-всего. Уровень инсулина в этот момент, вы не представляете, как он большой. Организму очень сильно нужно быстрее подавить этот уровень сахара в крови, это не просто. Вы-то будете себя чувствовать нормально, да? Но со временем, когда вы возьмете в привычку постоянно объедаться вот этим легким углеводом, вот этим сумасшедшим сахаром, что случится? Поджелудочная, она просто не будет видеть ваш сахар. А что это значит? Что мозг не будет давать сигнал на выработку инсулина. Это называется диабет. Он приходит не сразу. И он, возможно, дай бог, что он плюет никому. Но я просто к тому, что когда ты пренебрегаешь вот этим, типа, мне можно все, я сейчас начну объедаться пирожными, эклерами, да, не надо вот такие вот делать всплески инсулина, потому что организму нелегко. И не дай бог он когда-нибудь просто поленится дать вам инсулин на то, чтобы понизить уровень сахара. Поэтому употребляйте соки. Да, свежевыжатый – это прям идеально. Почему? Потому что природа, в принципе, придумала сам фрукт, и это естественный сахар. Да? А вот, например, почему я не рекомендую шоколадки? Человечество придумало шоколадку, вы понимаете, Сникерс придумал человек. Да? Это концентрированный сахар, его не существует в природе. Организм не очень знает, что с ним делать. И особенно трансжиры. Он, конечно, там путается, куда-то их складывает, что-то там инсулит какой-то, там просто хаос начинается. А когда вы едите какой-то природный сахар, вот те же фруктовые соки, вы, как я сказала, мед, например, с натрием, да, это, конечно, идеально. Вот, поэтому старайтесь прям там шоколадками не объедаться. То есть вы не... С натрием. Соль. Мед, во-первых, мед еще, это не придуманный человеком продукт. Как при чем? Ну, инсулиновый пикс будет такой же, как у Сникерса. Да нет, мед есть разный. Давайте так, это у каждого свое мнение. Я просто говорю о том, что может случиться, если вы будете потреблять не настоящий, не природой созданный сахар в больших количествах сразу в период восстановления. Откуда взяты эти цифры? Это средние цифры на среднестатистического человека, который занимается спортом 3 раза в неделю. И это не индивидуальные цифры. Угу. Вот. Но в среднем они подходят всем. Но если ваша тренировка, скажем так, была там 3,5 часа непрерывного спорта, возможно, вам даже придется и повысить дозировку углевода на непременное восстановление. А есть ежедневное восстановление понятие, да? Это когда ваша тренировка была, в принципе, там, средней продолжительности, но с низкой интенсивностью. Ну, что это может быть? Ну, обычная ваша тренировка, там, вам надо пробежать кросс, да, там, спокойно. В этот момент тоже, конечно, после этого нужно восстанавливаться. 5-7 грамм на день от вашего веса, на день. И вы 100% это покроете просто из обычной еды, да? Однозначно. То есть опять, если я вешу 60 килограмм, 300 грамм углевода, это, ну, сколько Наташа, это порций спагетти? Ну, 50 грамм углевода в 100 граммах ориентировочно, да?
Если я съем две порции спагетти, у меня уже 100 грамм. Это раз. Дальше. Я съем, предположим, тост с арахисовым маслом. Да? Так, у меня 100 грамм есть. Я прибавляю еще где-то грамм 12, 112. Потом, например, я выпью фруктовый сок, в котором, если это много фруктов, предположим, 200 грамм сока, где-то будет у меня 30 грамм углевода. Уже 150. Это только полдня. Понимаете, да? А еще есть углеводы от фруктов и овощей. Овсянка, да. Ну, там клетчатка больше, но это тоже считается, в принципе, восстановительным углеводом. Овсянку мы тоже уедим. То есть это обычно нормальная цифра, которую вы покрываете, да? Если это человек, который не сидит на диете. А есть понятие средне-тяжелое, да? Тренировка на выносливость. Вообще заправка. У вас у всех есть заправка, да, перед марафоном? За 3 дня вы начинаете ее. Вы знаете об этом, да? За 3 дня мы начинаем усиленно питаться сложным углеводом. Сложный углевод, макароны, крупы, овсянка. Что у нас там еще? Ну, это все такие самые основные. Вот ими мы заправляемся. Но еще хочу один момент такой уточнить. Я не знаю, конечно, как вы. Но у нас в практике в Штатах, если ты занимаешься марафонской деятельностью, и твоя тренировка длится менее 90 минут, тебе не дают никаких энергетических гелев. У вас не так? Не дают возможность пить энергетические, их запрещают. Есть такая тема у вас? Или вы можете их пить когда угодно? Даже пьяные бегают. Окей. Нет, реально, есть какие-то рекомендации? Присутствуют? Это полумарафон, гель один точно все почти пьют. Сколько занимает времени у вас? Час 30 дня. Меньше, час 25 минут. Просто считается, что, в принципе, гликогена запасается в мышцах, в мышцах, в печени, в принципе, и в мышцах достаточно на 90 минут. Достаточно. Это логика проводится такая, что машина быстрее не поедет, если у нее есть, да, полбака, и ты заправишь еще. То есть, никак, она не поедет. Поэтому не нужно перенагружать. А еще вы знаете, что иногда, это очень редко, в зависимости от вашего пищеварения, если вы добавите энергетический гель в процессе бега, нужно расщепить его, да, организм попросит воду. Начинается обезвоживание. Если вы вовремя не успели попить, что начинается? Мы начинаем просто падать, да? То есть обязательно соблюдайте баланс. Если все-таки вы пьете гели во время марафона, сразу же вода, но не в большом количестве, да? Еще быстро хочу, кофеин пьете перед... Не пьете, да? Просто у каждого своя толерантность к кофеину. Кому-то сразу, скажем, выводящие пути просят вывести кофеин, да? А кто-то, например, наоборот, хорошо его переносит. И гуарана, опять же, да? Гуарану используете? Кто да? Вы да, вы вообще класс. Это поподробнее, если кому-то будет интересно, чем что отличается. Просто это такие природные энергетики, скажем так, да? Они помогают перенести тренировку легче. А вот я хочу заострить внимание еще на белках. Значит, бытует мнение вообще, что, в принципе, знаете, так наполовину. Понятно, что ни одному марафонцу большое количество мышечной массы не нужно. Тяжело бежать. Просто тяжело, и это за собой все волочь тоже сложно. Но тем не менее, без белка никак. Вы это понимаете, да? То есть, или есть люди, которые прям белок не буду? Есть такие? То есть мы все положительно относимся к белку, да? К какому? Вообще белок как нутриент. Как макронутриент. Нет, я не про животные, я просто как макронутриент к белку. Белки необходимы для восстановления. Ребят, любая ваша тренировка и ее качество будет зависеть только от вашего восстановления. Вы можете бежать, но если завтра вы плохо восстановитесь, послезавтра вы так не пробежите. Это логично, да? Но знаете, к сожалению, бывает такое, что у меня даже сами атлеты никогда не задумывались над тем, что, что это восстанавливаться? Да ладно, я сегодня пойду с ребятами погуляю. Или пойду дома уберусь. Есть понятие восстановления. Если у вас марафон грядет, вы к нему, вы тренируетесь, да? Вы готовитесь к нему. Если вы плохо восстанавливаетесь, не нужно рассчитывать на то, что организм вам подарит все возможные ресурсы. Это логично?
И очень-очень важно задуматься о восстановлении. Во-первых, восстановление углеводное, да? А есть еще такое понятие. Вы же знаете, вы когда тренируетесь, у вас есть боли, дискомфорт, да? Мы прекрасно понимаем, что в мышцах происходят микронадрывы. Мы это прекрасно понимаем? Да. Мы это прекрасно понимаем, отлично. Реально мы, вот правда, реально такое впечатление, что ты такой думаешь, вот он, микроразрыв. Ты чувствуешь его, да? Ну, реально. Значит, а что нужно, организму нужно эти микронадрывы восстановить? Ну, без вариантов, это надо сделать. А чем? Углеводами особо не восстановишься, ну, именно мышечное волокно. А организм попросит белок, да? Вот проблема в том, что если иногда мы не добираем, мы очень тяжело восстанавливаемся. Человек, у которого правильный, а вы знаете, что такое аминокислоты? Я думаю, да, да? У человека, у которого стабильный аминокислотный уровень в крови, восстанавливается очень быстро, и эти боли проходят вот так вот. А есть люди, которые сделали какое-то упражнение, либо какую-то тренировку, и ноги заболят только через 4 дня, но зато на весь месяц. И ты думаешь, боже мой, да когда это пройдет? А задайте себе вопрос, а как вы восстанавливаетесь? Может быть, вы не додали чего-то организму, и ему так тяжело, что он просто вообще не может восстановиться. Поэтому я хочу обратить внимание, если у вас есть, например, если вы пробежали марафон, да, не надо, конечно, в себя вливать белки, но обратите внимание на аминокислоты. Да? Аминокислота очень таким попсовым языком – это пережеванный белок. Да? Это то, что, в принципе, переваривать не надо, можно просто усвоить, восстановить волокно. Обратите внимание на аминокислоты в будущем, и сразу после тренировки их можно выпить, потому что вы облегчите себе процесс восстановления. Это непременно сейчас. А вообще, есть такое понятие еще соотношение аминокислот. Кто-то знает, что это значит? О, давайте. Всего 20 аминокислот. Почему соотношение 3:1? Что значит это? О, я задаю вопрос. Кто-нибудь знает? Окей. Хорошо. Значит, я имею в виду здесь БЦАшки. Это вот незаменимые, да? ДЦЭП. Соотношение 3:1:1. Что такое БЦА? Слышали БЦА, БЦА? Вот вы будете потом... Brain chain amino acids, да. Это три друга. Лейцин, изолейцин, валин. Вообще не запоминайте дурацкие слова. Ну, просто я вам, ну, реально ненужная информация. Но просто это раз, два, три. А они держатся вместе, да? И ученые вообще выявили, что вот эти три, если их соединить вместе, какие-то обладают какой-то сумасшедшей силой. Вот они просто, они что-то умеют делать. Самый главный у них изолейцин. И вот он, значит, такой главарь идет, и две с собой аминокислоты вот эти вот тащат. И они начинают очень активно восстанавливать волокно. Они помогают и ему восстановиться, и органам. Вы знаете, что первая субстанция в нас по количеству – это вода, да? А вторая – белок. Вы знали об этом? Белок – это наша кожа. На минутку. Знаете, вот очень важно, мне очень важно вам это сказать. Белок – это не качки, все время качки, это, нет. Белки – это кожа, белки – ДНК, белки – ваши клетки, волосы, ногти, белки, все, что внутри. Из белков сделано все, везде белки, белки вообще, они везде, да? 16, по-моему, процентов в нас белкообразных субстанций. Так вот, когда организм начинает восстанавливаться, он очень хочет белка. А вот эти три аминокислоты, просто три сумасшедших друга, которые начинают восстанавливать ваши как мышечные волокна, так и ваши клетки. А соотношение 3:1:1, это значит 3:1:1, что изолейцина, вот этого главного главаря, в три раза больше, чем вот этих двух товарищей. А бывает соотношение, подождите, бывает соотношение 5:1:1, а бывает 8:1:1, а бывает 10:1:1. Эти соотношения вы выбираете по уровню своей тренированности и востребованности к восстановлению. Но если вы никогда не принимали БЦА до этого, я не вижу совершенно смысла пойти и купить себе 10:1:1 и сказать «восстанавливайся», потому что организм, он до этого не принимал БЦА, и он как бы не очень понимает, хоть 10, хоть 2. Начинайте с 3, соотношение 3:1:1, самое минимальное, самое оптимальное для восстановления. Изолицин, изолицин.
Лейцин, изолицин, валин. Лейцин. 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 Я извиняюсь. Лейцин, изолицин, валин. Да, так что БЦА, в принципе, это интересная тема. Почитайте, посмотрите. Реально. Это очень хорошо помогает восстановлению сейчас. Но если, например, мы не хотим еще никаких БЦА, обычная пища. Кто-то из вас предпочитает растительный белок, вегетарианцы, да, кто-то предпочитает животный белок, неважно. Но обязательно старайтесь восстанавливаться, и чтобы количество белка было там 1,2 килограмма на килограмм. В чем есть белок? Если это животный, яичный белок, да? Это самое первое. Курица, это индейка, это самые нежирные, да, которые очень хорошо быстро расщепляются. Это рыба, очень хорошо, например, большое количество белка содержится в тунце. Только не в этих консервах, а тунец. Очень много, 23 грамма, между прочим, на порцию. Это прям целая куча. Нежирное мясо, да. А если же это растительные, ну, в первую очередь всегда это соя. Да, вы знаете, возможно, там соевый протеин, соевое молоко. Есть также в гречке белок, да, понятно, его там не в таком количестве. Но, пожалуйста, добирайте, доедайте белок. Если вы вдруг не хотите есть какое-то там мясо, вы можете, конечно, прийти к добавкам, да. Есть тоже белковые добавки. Это не так страшно, об этом тоже можно поговорить там потом. Но, тем не менее, белок очень важен для восстановления. Пожалуйста, каждый раз после тренировки задавайте себе вопрос, а как я восстановился? Это где? Какие бывают неживотные? Так, соя, аминокислоты, знаете, где может быть? Спирулина. Слышали спирулина? Да? Потом, ну, скажем, это уже переедный белок. Бобовые, да. Орехи. Точно, орехи. Чуть я туплю. Авокад, спасибо, все знают. Так. И про жиры. Значит, 10% от суточной нормы, да, почему преимущество растительные? Потому что они намного легче абсорбируются организмом, если вы тренируетесь. Но это не значит, что не животные жиры нельзя есть. Просто почему я говорю? Потому что в момент тренировки, и если у вас тяжелые циклы тренировок, растительный жир намного легче абсорбируется. А растительный жир – это то же самое, что орехи, авокадо, да, все дела. Это понятно? О, класс, я укладываюсь. Так, теперь, что 10% еще? 10% от суточной нормы. Суточная норма вообще? Нет, суточная норма. Вообще, как бы, считается, что минимальное количество, ну, не минимальное, 30 грамм жира в день человек должен потреблять. Угу. 30 грамм. 30 грамм. 10%. То есть... 10% – это 3 грамма. Не-не, подождите, 10, 30 грамм – это не минимум, 30 грамм – это еще меньше. Сколько же грамм? 30 грамм – это если на диете, где порядка 50 грамм. 50 грамм, что-то я мало написала, 5 грамм. Вы сказали, что после тяжелой тренировки, когда чувствуешь, что надо восстанавливать час, два, да? И употреблять углеводы. 1 грамм в час, да, на килограмм веса. Угу. Как понять, часто или восстанавливается? А вы почувствуете по самочувствию, поверьте мне. Вы почувствуете легкость, у вас не будет вот этого ослабленного мурашки по телу ощущения. Это когда уже организм абсорбирует углевод и даст вам энергию. Вы это просто почувствуете мгновенно. Почему, например, когда... Меня не видно. Почему, например, когда, знаете, диабетикам становится плохо, и им нужно срочно дать что-то сладкое, им кладут под язык. Почему? Потому что углевод, он абсорбируется мгновенно, и человек это чувствует, он приходит в себя. Точно так же вы будете дозировать свое количество углеводов, вы это почувствуете. Поэтому я и говорю, что цифры, на самом деле, они очень специфические. Каждый подбирает под себя. А если честно, очень клево было бы, если бы вы завели себе такой, скажем, журнал. Да? Я очень часто рекомендовала раньше клиентам журнал на три этапа тренировок. Тяжелые, средние, легкие. Да? И экспериментировали. Ну невозможно. Вы можете послушать 100 лекций, какие должны быть дозировки чего. Да? Но у вас есть, например, определенная там база. Да? Вы посчитали, сколько грамм, сколько вы весите, вы посчитали, сколько грамм на килограмм веса вам рекомендуют. Да, употреблять углеводы. И вы пробуете это, но пробуйте, пожалуйста, на легкой неделе. Не пробуйте на интенсивной, потому что, ну, это стресс для организма. Вы пробуете эти дозировки,
и варьируйте свое самочувствие. Вот вы смотрите, какое самочувствие, да? Я всегда говорю ребятам, либо мы ставим галочку, либо прочерк, это когда я не понял, какое у меня ощущение, либо sad face, что мне это не подходит. Корректируем на следующий день, добавляем, ну, в зависимости от ощущений, да, у меня было слишком много энергии, или у меня что-то стало с пищеварением, мне этот продукт не подходит. Корректируем количество цифр. Поверьте мне, это, ну, немножко муторно, это займет порядка месяца, если вы реально вот прям, ну, любите себя, да, но вы можете реально отрегулировать ваше ровное число углеводов, белков, жиров, сколько вам надо в этот момент, в этот и в этот. И тогда ваше восстановление будет просто космически легким. Вот правда, потому что я могу сказать там, наугад там, вам надо 350 грамм углеводов в день. Но мне же надо с вами это попробовать и посмотреть, реально ли это работает. А вы знаете, что есть такое исследование, я недавно читала очень быстро. Значит, есть категория людей, в принципе, как бы мы практически все одинаковые, но у нас есть ферменты, да, то, что помогает переваривать нам пищу и усваивать. У некоторых людей прям с рождения ферментов, которые переваривают углевод, больше, чем всех остальных ферментов, да? А у кого-то ферментов, которые переваривают белок, чуть больше, чем всего остального. А у кого-то ферментов, которые переваривают жир, жиры, чуть-чуть больше. И что выходит? Что, например, беру я эти все три человека, даю им абсолютно три разные истории питания, да? Если и вижу, что этот человек хорошо утилизирует глюкозу, да? Я вижу, что он может ее съесть в любом количестве, с ним ничего не происходит. Ну так, на бытовом уровне он не толстеет, да? А другому человеку даю реально, ну, жирную пищу, вообще ноль. А третьему я даю белки, и он просто красавчик, да? А потом беру и меняю это дело. И тому, у кого больше белковых ферментов, я даю жиры. Он просто начинает толстеть. Хотя... А в том-то и дело, что это было исследование. Я не определяю, я бы была очень рада это определить. Не, может быть, я там вошла в роль. Да, я представила себе тем человеком, который это делал. Они делали прям там какой-то анализ, да, и они потом смотрели по еде. Значит, человеку, у которого больше ферментов, который переваривает белки, давали жирную пищу. Причем немного, нормальную суточную дозу, и он толстел. Ну просто непонятно почему. Вот, знаете, бывает, девочки говорят, я смотрю на булку и уже толстею. Вот это вот, вот это из этой оперы. И получается, что реально очень интересно посмотреть каждого из вас, каких ферментов у вас может быть больше. Поэтому подстраивается очень под человека, сколько чего ему нужно. Возможно, вы умеете утилизировать очень хорошо жиры. И, возможно, вы липидно действительно расходуете энергию, очень быстро вы включаете липидный обмен. Вы же этого не знаете, пока не попробуете, правильно? Поэтому очень клево иметь журналы, да? И еще один момент. 10 минут. Есть вероятность такого, вот, что когда большие физические нагрузки, там, условно, две тренировки в день, да, у человека один выходной в неделю, что там все, что закидывается в организм, оно сгорает, там, вне зависимости от того, что, там, что это. Нет, то есть мы прожили. Ну, то есть... Подождите, я не до конца поняла. Горит обмен веществ? Да, да, логика, конечно. А то, что ускоряется, то просто... Вот смотрите. Есть, ты закидываешь это, и оно, то есть, ну... Правильно. Просто я говорю об одной ситуации, что просто человек в бытовухе может не поправиться от большого количества жиров, а человек, который занимается спортом, у него обмен веществ автоматически намного, ну, ускоряется, да? А когда ускоряется обмен веществ, минимум, что происходит, пищеварительный тракт работает быстрее. Это минимум. Максимум, активизируются все функции. Возвращаемся к слову адаптация. И у вас будет все сгорать. Не у всех. Бывает такое, что обмен веществ может подняться только на определенную цифру, и ты будешь бегать, ты будешь все делать, но что-то вот не сходит, Потому что это твой максимум. А бывает такое, что ты можешь разогнать очень сильный обмен веществ и просто будешь сжигать. А есть, я быстро еще, если вы вдруг, не дай бог, просто мой знакомый сейчас атлет заболел этой болезнью, там такое слово, обмен веществ, вот затронули, это эндокринная система, один из гормонов просто полетел, и у него просто разогнался до сумасшедшего количества высоты обмен веществ, он стал терять массу просто на глазах.
И когда, да, щитовидки, когда вот он тренировался, у него в определенных только упражнениях, то есть когда он становился на одну ногу, и вот, ну, знаете, процесс, когда ты стартуешь от одной ноги, у него нога просто начинала ходить ходуном. Это странно для атлета, это очень странно, так не должно быть. У него начинали нарушаться центральная нервная система. Никто до сих пор, он сейчас вот в больнице, там восстанавливают и все, но никто не может понять, на какой степени тренированности это началось. То есть если вот прям ситуация, когда ты ешь, и все сгорает, и ты не полнеешь, обратитесь к врачу с щитовидкой. Но вообще обмен веществ у спортсмена, он всегда будет очень высокий. Но если вы себя хорошо чувствуете, я просто говорю о том, что ситуация, когда человек там трясется, что-то не так, это болезнь. А если у вас просто хороший обмен веществ и все сгорает, это не значит, что у вас каких-то ферментов больше-меньше, просто у вас высокий обмен веществ, и от ферментов-то не зависит. Просто пищеварение само ускорилось, да. А чем грозит несоблюдение вот этого? Ничем не грозит. Грозит. Я просто, знаете, что я подумала о том, что если бы вы индивидуально подобрали, то, конечно, было бы намного больше это бенефично. А если чем не грозит? Перетренированностью. Вы себя недовосстановили, не доели. Первое, что полетит, это, конечно же, центральная нервная система. Она начнет выключаться. Мозг, вы знаете, очень сильно о нас заботится. У него нет времени на то, чтобы вы добились результатов. У него цель – сохранить вам жизнь. И если вы не доедаете, не докармливаете его, не даете ему питательных веществ, он вас выключит. Как это будет проявляться? Иммунитет упадет, это минимум. А потом начнутся судороги, которые невозможно контролировать. Потому что, например, просто в кровотоке нет магния, да, там элементарно, и все-все. То есть организм, он даст вам знать, что вы его не докормили. И это, как правило, начинается просто каким-то крахом. Угу. Вопрос? Да, нет, не вопрос, потому что, может, спросил мужчина по поводу того, когда есть после тренировки, а вот когда, ну, процедура людей по-разному, все же, мне кажется, да, да. Система отключается, отключается. Угу. Я, например, там могу сразу через да? минуту начать есть. Угу. Прям жесткую еду? Да, вот, если проблема такая есть, усвоение, можно выпить воды, и тем самым, ну, нет. Ой, а давайте я быстро про это. Опять, очень индивидуально. Возможно, вы какой-то космический человек, да? Это очень клево. Но вот как раз-таки секреция... я забыла это слово. Пищеварительных соков. Соков. Секреция соков, вы знаете, ее нельзя разбавлять водой. То есть ее консистенция, ее мощь, как только вы разбавляете ее водой, пищеварение сразу начинает... И все это делать... Вот понимаете, да, вот понимаете, насколько мы индивидуальны, насколько ваш организм приспособился, возможно, это спорный. А возможно, если бы у меня была возможность посмотреть все-таки, как ваше пищеварение проходит, и действительно по часам сравнить, действительно ли оно тормозится из-за этой воды, возможно, я доказала бы обратное, но у меня нет такой возможности. Воду когда надо пить? Воду вообще за полчаса до еды пьют, по правилам. За полчаса. За эти полчаса секреция сока восстанавливается, и у вас будет хорошее пищеварение. Мы начнем хорошо расщеплять пищу за полчаса. И после еды, пожалуйста, не тянитесь за стаканом, потому что продолжается пищеварение. Вы закончили, но там ничего не закончилось, там все только начинается, да? И еще такой момент. Ну, вы знаете, полтора. Смотря какая еда была, например, если вы ели сложный углевод и там практически сразу белок, то нужно подождать. И вообще, знаете, правила раздельного питания, не рекомендуется есть сложный углевод сразу с белком, потому что ферменты, у них есть своя очередность. Ну, вот вы знаете, там типа курица, салат, да, курица, овощи, во. А сложный углевод сам по себе, либо с сыром, да, но только не с каким-то большим количеством белка, потому что у ферментов, про которые я говорила, есть своя очередность. Выступает первый, выступает второй. Они не все вместе там, эй, давай расщеплять, они так не умеют. Им надо по очереди. Поэтому если мы начинаем мешать, они там тоже начинают мешаться, и, в общем, все вот так, вот это вот, да, привычное. И еще когда вы после еды завтрак, пьете кофе? Да. Угу. Не пейте кофе после завтрака сразу. Подождите. Чай, кофе – это мочевыводящая штука. А вы знаете, что после завтрака у нас очень хорошая концентрация витаминов. Если вы правильно позавтракали, витамины, минералов.
попадая, когда кофеин и вода и чай попадает в кишечник, начинает очень активно заставлять нас хотеть в туалет, грубо говоря, да, и очень много ферментов теряется, полезных, не фермент, полезных витаминов и минералов мы просто отдаем, понимаете? Нужно хотя бы немножко подождать. Вы вот поели, ну, вот час бы. Очень, я знаю, что после еды очень хочется кофеина. Ну, как бы вот если бы часок подождать, особенно если вы пьете витамины после завтрака. Слушайте, витамин – это ценный продукт. Он, а, стоит денег, и очень жалко просто вот так, да? С кофеином он просто вот так. Угу. И последнее, что я хочу сказать, что я надеюсь, что в процессе восстановления вы понимаете, что не только белки, жиры, углеводы необходимы, а также нужно заботиться о суставах, это логично, да? Потому что, ну, вы их не чувствуете, вам не болит, но сустав напрягается. И это одна из интересных, вот суставная жидкость, это одна из интересных субстанций, которая практически не умеет восстанавливаться. У нее есть свой определенный уровень. Вы можете его только поддержать, да? Суставы, да, антиоксиданты, знаем, что такое? Я, скорее всего, что буду читать другую еще лекцию, как раз-таки я расскажу о каждом витамине и минерале, который нужно именно иметь, ну, скажем так, в крови, да, чтобы он был для хорошего восстановления. Но так, в общем, суставы – да, антиоксиданты – да, мультивитамины – да. И я объясню, почему позже. У меня целая история про это. Я очень много людей, которые не употребляют витамины, ну, как бы это все равно потом аукнется. Реально, потому что, ребят, вот проведите эксперимент, придите домой, возьмите то яблоко, которое вы купили в магазине, укусите его и положите. Когда оно начнет желтеть? И как? Задайте себе вопрос. Ну, начнет оно желтеть через полчаса. А в каком количестве? Ну, так себе. Вы знаете, что при пожелтении яблока как раз-таки указывает на количество железа в нем. А помните в детстве, когда кусаешь яблоко, оно быстро желтеет, и ты такой, фу, я не хочу это яблоко, оно желтое, да, а почему, ну, мы не хотели его кусать, в нем железо было вот так, а теперь любое яблоко, которое мы едим, мы думаем, мы молодцы, мы в любом случае будем его есть, только там нет того железа, да, это очень важно понимать, где вы не добираете, да, это еще один момент, и, да, рыбий жир, знаем, да. Это так очень быстро. А вы уверены в том, что ваша рыба, которую вы едите, не ела комбикорм? Вы уверены в этом? Я нет. А, есть печень трески? Нет. Вы знаете, что рыбий жир, рыбий жиру рознь. Если, например, я говорю о фирме, в которой я работаю, да, если вы слышали о Джинси, которая на рынке уже 80 лет, там не ошибешься. Если этот рыбий жир не из того, с чего указали, и он действительно не содержит те макро- и микроэлементы, которые там должны быть, в Америке за это судят и закрывают. Вот, поэтому вы должны быть уверены, что если вы едите рыбу, там реально есть омега, и она успела за свою жизнь ее синтезировать, да? А не жрала комбикорм и умерла, потому что он толстая. Вот, как бы, вот так. Поэтому рыбий жир очень необходим и для смазки суставов, и для сердца, для всего-всего. И, значит, я хочу еще кое-что отметить. Куда я смотрю? Почему его выращивают? Нет, почему люди, которые выращивают, у них нет омеги? А потому что она не может это синтезировать, если она ест не морскую пищу. А вы знаете, что рыба, половина рыбы ест кукурузу? Ее научили есть кукурузу. И знаете, что она синтезирует? Жир и крахмал. Да. Страшная история, да? Я вас всех разочаровала. Но это просто один из фактов.